Друзья, приветствую всех. Наконец-то я разобрался, как работает эта гребаная русская электричка. Смотрим внимательно. Сербский поезд, оказывается, сделанный в России. Внимательно смотрим. Так, как же вот это сделать? Я сейчас нажимаю на кнопку, так, и вот эта штука будет выезжать. О, видели? Вот. Я тут 3 дня не спал, хотел выяснить, как она работает. Наконец-то мне удалось это выяснить. Значит, из лаз написано внутри, значит, выход налево-направо. Это туалет. Даже Wi-Fi должен быть иногда. Это он предупреждает, что сейчас двери будут закрываться. Ну, и эта подножка остается уже. Она, наверное, на ходу она будет задвигаться самостоятельно внутрь. Я так понял. Все. Наконец-то мы выяснили все. Вот даже его параметры есть. 17,5 метров. Друзья, не забудьте подписаться на этот канал, нажать на колокольчик, поставить лайк этому видео и поделиться этим роликом с друзьями. Всем спасибо за просмотр, всех с Новым годом, с наступившим. Путешествуйте, радуйтесь жизни, следуйте за моими приключениями на моем канале. Впереди много интересного. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.